За то, чтобы Евгений Кошевой стал главным актером квартала, проголосовало 73% украинцев. Дамы и господа, да начнется же коронация его лысой светочи, бесперхотного царя, гладкого гения Евгения. Ну все, вот и началось, собственно, здрасте. Добрый вечер, я давно ждал этого момента, здрасте. Ну все, теперь заживу, а что тут остается делать? Дальше, давно хотел поменять одну вещь в квартале, давно хотел поменять, заставку хотел поменять, вот теперь такая будет, давай. Теперь красиво, теперь все будет красиво. Ну, где кресло мое? Трон, давайте сюда, быстрее. Ну, быстрее, быстрее. Ну, господи, люди ждут, давайте, все. Все, молодцы, все, пошли вон, до свидания. Все, счастливо. Так, стоп, все, подожди. Все. А что происходит? Подождите, ребят. Жень, что случилось? Добрый вечер. Извините. Ты зачем стул на сцену выпер? Стул на сцену выпер? Это не стул, это мой железный трон. Это символ того, что я теперь главный в квартале. Понятно? С чего вдруг? Потому что все знают, что после Зеленского главный актер в квартале я. Так что теперь все будет по-моему. А если кому-то что-то не нравится, давайте позвоним Вове. Позвоним. Позвоним, Юра. Позвоним. Я теперь главный. Я теперь решаю, как все будет. Значит, слушай мой первый королевский указ. Значит... Смотрите, теперь я отпускаю волосы, а вы все бреетесь наголо, понятно? Ух ты, а что за бред? Я не понял, что вот так, это? Саша, вот так, теперь вы лысый из квартала, вот так, почувствуй на себе, как оно. Серьезно? Да. Женька, а мне тоже наголо бриться? Нет, Леночка, для тебя мы сделаем исключение. Ой, пока. Спасибо большое. Да, кстати, теперь твоего сценического мужа буду играть я. И если в вечернем квартале будут постельные сцены, а они будут... то твой сценический муж будет заниматься с тобой сексом по-настоящему. Вот и все. Жека, как классно ты придумал! Вообще, только этого не будет никогда. Я знал, что ты так ответишь, поэтому встречайте, наша новая актриса Оля. Что? Какая новая актриса еще? Нормальды. Здравствуйте, Оля. И что, она теперь с нами будет выступать на сцене? Ну... Если силы останутся, то, конечно, да. Иди за кулисы, подожди пока. Да, интересно. И за чей же счет она будет с нами ездить? Ну, я так понял, Юра, не за государственные. Ну, старый байкер прав. Я, значит... Я Зеленского уговаривал, он ни в какую не ведется. Вот. Так, Жень, хватит. Что? Хватит. Ну, какой из тебя король квартала? Ну, красивый. Перестань. А. Ты же у нас кто? У нас кто? Обычный парень с района, с налетом неграмотности. Какой неграмотности? С легким налетом. Это я неграмотный? Нет, значит, смотри. Значит, слушай мой второй королевский указ. Значит, пункт А. Значит, с этой минуты я запрещаю обвинять меня в неграмотности. Дальше. Д. Вы все должны с серьезностью относиться даже к самым моим идиотским просьбам. И последнее. И. Чтоб завтра в это же время на часах было 7:30 вечера. Даю вам 24 часа. Думай. Что происходит? Слушайте, подождите. Я вообще не пойму, почему мы слушаем этого выскочка. Да. Это кто выскочка? Слышь, не надо тут пикать. Я, между прочим, сам добился всего того, что сейчас есть у Вовы. Понятно? Вот так. И процитируя президента, скажу. Когда я приду к власти в квартале, меня сначала будут уважать, потом плакать. А когда я уйду поливать грязью, вот и все. Жень, там... Сейчас вспомню, как там было. Значит, я, значит, прихожу, меня сначала поливают, потом... Нет, сейчас. Я прихожу уважаемым, а все сидят и плачут грязными слезами. Короче, походу разберемся, все нормально. Да нет, Жень, походу не разберемся. Почему это? Значит, пойми меня правильно, ты не можешь быть лидером квартала. Слушай, я же не сказал, что я навсегда, Степ. Я всего на 5 лет, и все. Жень, ты
Ну, допустим. А потом? Потом это секрет. Да, но мы уже начали снимать сериал о том, как молодой лысый атеист неожиданно участвует в конклаве и случайно становится Папой Римским. Вот и все. Жень, что? Вы сериал начали снимать? Да, что ты мне ручку свою протягиваешь? Ты с ума сошел? Так, а? Тихо. Придумал. Ребят, спокойно. Я, кажется, понял, в чем дело. А ну, дыхни. Все понятно. Значит, не может быть лидером квартала наркоман и алкоголик. Я предлагаю сдать анализы на стадионе. Так и я уже сдал. Когда, где? На стадионе, ты же сам сказал. За левыми воротами, пойди посмотри, я все сделал. Так, Женя, Женечка, ты нас слышишь вообще или нет? Да. Нас не устраивает твое руководство. А, вы в демократию захотели поиграть, да? Да, в демократию. Ну-ну. Кстати, господа, друзья, коллеги, вопрос серьезный, я предлагаю выборы. Вот как тебе, а? Ну. Саня, у тебя? Я прошу прощения. Алло. Доброго дня. Це Євген Кошовий, король кварталу. 3 травня – вирішальний день, який визначить долю кварталу. Прошу вас підтримати мій курс. Ти откуда мой телефон взял, зараза? Не надо роздавати його всім подряд, откуда телефон взял. Короче, а де Юзик? Подождите. О, Юзик вообще с катушек слетел. Чего? Потребовал себе вторую сцену поставить. Да ладно. Я тут иду. О, смотри. Ну, согласен, вторая сцена была нужна. Ошибкой, да. Да, ошибкой. Посмотри, а. Стёп, он тебе никого вот сейчас не напоминает? Да напоминает. Он сегодня с утра в столовой говорит, значит, стейк так стейк, сардина так сардина. Гамбургер, так гамбургер, все и так ясно. Еще 20 наименований. Короче, не надо, все, хватит. Все в сборе, и я предлагаю голосовать. Значит, кто за то, чтобы главным в квартале был я? О, видишь, Женечка? Хорошо. Вот кто за то, чтобы главным в квартале была Лена? О! О! А? Кто за Юзика? Я. Отлично. Пикалов. Кто? Юр, подержи. Ну, что? У меня двое, блин. Так, мне все понятно, я тенденцию уловил, все ясно. Пусть тогда все решает челядь. Кто? Ну, эти... Ну, вы актеры молодые. Господи, коллеги уже, все, хватит, здрасте. Все. Вова, что это такое, Вова? Это мантия. Я просил другую мантию. Давай, где ленточка моя? Секунду. Давай сюда. Где? Вот, сейчас вот так. Так, Женя, слава богу, верх тормашками надел. Тебе не стыдно в таком вот перед людьми стоять, а? Не, на стадионе было стыдно, сейчас реально пох. Я, конечно, прошу прощения, но у меня вопрос, а кто вообще все эти люди? Кто вы такие? Это молодые актеры квартала, кто это? Здрасте, пожалуйста. Да они ж толстые. А вы? Послушайте, вы Юрий, не надо сравнивать. Мы к этому пришли, а вы с этого начинаете, понятно? В смысле начинаем? Я, между прочим, уже звезда. Может быть, я вообще новое дыхание квартала? Ребят, не может быть новое дыхание с отдышкой. Молодец, молодец! Ну что ты ржешь, Женя? Ну возьмут они, подбирают у тебя все роли этих гопников. Что ты будешь делать, блин? Ты хочешь сказать, что ткач сыграет меня лучше гопника или что? Без проблем, знаешь, гопник, что там играть гопника? Хе-хе-хе, все, давай, шо? Хочешь батл? Ты хочешь батл? Ты получаешь батл, все, давай, поехали. Глава! Смотри. Нормально. Понял? Смотри, что ты... Он не дал приземлилась где? Смотри, видишь, где море? Смотри. Видишь, с той стороны море? Да. Смотри. Короночка. Yeah.
Коронка, короночка вон висит. Юра, иди сюда. Дай тарелку. Вовчик, неси. Мари. А ну. Оле! Сработаемся. Уноси инструмент. Нормальный лысый, слушай. Это какой-то кошмар, что вы тут устроили вообще. Я вот сейчас на это, мальчики, посмотрела и подумала... А может быть, давайте женщина будет главной в квартале, а? Не, ну а что? А почему женщина не может быть главной? Да я вам серьезно говорю, у меня в женском квартале опыт есть. Ребята, а давайте молодым уже слова будем давать, а то они звуками реально меня бесят немножко. Немножко подвешивают, конечно. Действительно, между прочим, я молодой, перспективный и хороший актер. Вот дайте мне любой актерский этюд, и я его сыграю. Да ты что, запросто, а ну лови. Знаешь так, Вовчик, ты молодой. Перспективный актер прямо сейчас вот виртуозно берешь и идешь нафиг с этой сцены, притом быстро, ты попьешься. Останься, тихо, не надо его выгонять. Кто опахало будет держать? А кстати, пахал? Где опахало? Опаздывает постоянно это опахало. Где? Здесь, все нормально, здесь. Здравствуйте. Супер. Ты еще кто такой? Я Игорь. Откуда ты, Игорь? Из Днепра. Ого. Жека, ну скажи мне, зачем кварталу очередные ассоциации с Игорем из Днепра? А? Как-то лишнее. А мне кажется, что очень красиво звучит. Игорь из Днепра, марионетка Кошевого, что? Так, нет, стоп, так не пойдет. Что началось вообще? Что? Я вообще-то уже состоявшийся артист. И вообще, какой мой интерес в этом участии? Карьерный рост. Какой? Как показывает опыт Зеленского, какой угодно. Ну, допустим, а финансовая сторона вопроса? Смотри, сейчас, секундочку. Как тебе такая цифра? Ну, во-первых, это не цифра, а буквы. Во-вторых, сам пошел, понял? Что ты сразу обижаешься? А что ты пишешь? А ничего, ты, вот скажи мне, ты в «Рассмеши комика» участвуешь? Ну? Ну, как насчет 3% с каждой бабульки, Игорек? Реально в твоих интересах, шоу! Игоречек, там есть еще одно преимущество. Теперь вот эти номера. Игорь, Лена, Игорь. Ну, ваши, вот эти. Ну, вот эти. Лена! Игорь! Лена! Игорюша! Ну вот, да. Ты сможешь играть с настоящей женщиной, а не с переодетым мужиком. Секундочку. А он что, мужик у нас, что ли? Нет, так подождите, вы не о том начали говорить. Короче, старики в сборе, молодняк на месте. Начинаем обряд посвящения. Ну, наконец-то. Да, наконец-то, слава богу. Значит, молодые, подходим быстренько, целуй меня в попу. Давай. Тихо, подождите. Что началось? Что происходит? Что такое? Это не моя прихоть. Это старая квартальская традиция. Все молодые актеры, которые приходили в квартал, все целовали Зеленского в попу. В чем дело? Ну, не знаю. Лично я так не делал. Я тоже, кстати. И я не делал. Я, Женя, не делал. Тогда я тоже так не делал. Добрый вечер, фестиваль «Весело 2019!»